Слушайте, прикольно. Вы такие клевые. Прям правда. Давайте знакомиться. Я Алина Рифулина. Сколько я провожу всяких тренингов, семинаров и прочих вещей, я всегда мало про себя рассказываю, потому что вы, наверное, знаете, кто я. Вы пришли, наверное, зачем-то, поэтому мне интересует, чтобы я в большей степени ответила про вас. Мы говорили про вас. И я ответила на все ваши вопросы, которые вас интересуют. В нашей жизни безумно важны первые 15 секунд. Первые 15 секунд – это ваш прайм-тайм. Неважно, где вы находитесь – в эфире, в быту. Это неважно. Первые 15 секунд – это ваш прайм-тайм. Тренируйте свое сознание, волю, не ленитесь. Потому что, по большому счету, вот, по моим ощущениям, в жизни все не происходит, потому что не та дверь, а не то время. Ну и, конечно, толстый жирный лень, который мешает всегда. За ровно одну минуту, которая делится у нас с вами по 15 секунд, мы можем сделать очень многое. Почувствовать, понять, увидеть перспективу, нужно, не нужно, что за человек, в конце концов, показать себя и так далее. Я очень хочу, чтобы были сильные ведущие, интересные, харизматичные. А харизма – это сила и теплота. Это вместе. Вот это харизма. Но для меня как бы человек определяется, ну, особенно ведущий или там артист. Следующая позиция – это талант, харизма и сексуальность. Все должно быть 33, 33 и 33. Но талант – это ваши навыки, это ваша работа, это ваше обучение, это ваша практика. И вот момент харизмы – это теплота, это вот умение человека быть очень трогательным, ранимым, искренним и одновременно воля, сила. Всем дано талант, все это возможно сделать. Просто за этим нужно следить. Если вы чувствуете, теряется сексуальность, значит, пора бежать в магазин, пора за собой поухаживать, пора себе масочку сделать, пора, может, приодеться, что-то такое тук-тук-тук-тук. Как я смотрю к видео, да, которое мне присылают? Я честно вам говорю, я смотрю 15 секунд. Я считаю, что основную суть можно выразить в самом начале, а не в конце. А кастинг, если меня завлекло, взгляд, не обязательно быть супер-пупер. Вообще, мне кажется, сегодня тренд – нет прошлых заслуг. Вот и сегодня, здесь и сейчас должен быть качественный. Неважно, заикается, спотыкается, голос слабый. Неважно, главное, какая-то особенность, которую не все видят, но она есть. И ее надо не скрывать, ее надо показывать. Поэтому, наверное, главное быть самим собой, показать, какой вы есть, без всего.